Как обычно, меня игра заинтересовала, я хочу в нее поиграть. Мини-ситис. Есть, ну, по названию мини-города, типа, и там вот это все красиво выглядит. Я не знаю, что делать, я сюда не заходила, мне интересно. Здесь это что-то крутое. Ой, так. Да не надо, я так разберусь. Наверное. Вот туда же изначально построено этот. Вот этот. Я дофига подобных игр играл. Нет, это было скучно. Я дофига подобных игр играл, реально. Ну, конечно, очень маленькие города. Я играл в игры, где намного больше города. Ой, домики были. Но это вообще очень маленькие домики. Пипец маленькие домики. У меня тогда они были намного-много-много больше. Да. Нифига, что-то заиграло. Сначала надо посмотреть еще что-нибудь. Офигеть, сколько тут всего. Ладно, это интересно немного. Можно их как-нибудь сдвинуть, я не знаю. Я хочу их сдвинуть. Их могу только удалить. А, даже удалить не могу. Ладно, чё вы недовольны? Ладно, недовольствуйтесь. Это чё за говно? Чё-то машины ездят в Россию. Куда они едут? Офигенно! Вот вот так вот должно быть, а вот эти их надо как-то удалить. Вот как вас удалить? Я вас нажимаю, ничего не происходит. А, вот оно так.
Опять же говорю, я много в подобных игр играл. Это, наверное, самое минимализированное, самое тут носик все такое маленькое. Что я играл? Парковки очень сложные какие-то. Ура, я нашел, где тут вообще въезд. Нате вам магазин. А что это? Ладно. Так, больница. Вы что, они недовольны? Вау. Реально, тут все так минимализировано. Так непривычно. Что такое маленькое? Из этого кайфово. Так как подняться, не знаю, на второй уровень? Тут написано первому и второму уровень. Где? Все, сохранюсь, короче, и хочу еще подобную игру. Заходить, просто показать. Там, если не ошибаюсь, опять же, там всего намного-много больше. Ну да, мини-сити все-таки, правда. Сити Сим. Так. Чё? Тут было? Не, мне кажется, что-то немного не то. Сити вот так вот. Вот Сити тайком. Сити. Крайний симулятор от тайком, конечно, надо писать. Ну да. Сити тайком. Вот, Сити тайком. Вот это я что-то помню. Прям очень что-то знакомое. Да, я эту игру прошел. Блин, тут вообще дорог нет. Город без дорог. Все пешком тут передвигаются. Блин, город посреди города кладбище. Гений.
Может, что-то новое тут можно построить? О, железная дорога, кстати, есть. Да, вот это дофига я играл. Хибер-Сити Тайкон, нифига. Ты не играл. Вот достаточно Тайкон, я дофига раз хотел играть, вроде уж когда-то играл. Дизастер Тайкон? Уничтожать. А, Дизастер Сити. Типа уничтожать город. Допустим. Блин, Фишинг Сити, ностальгия. А чё так долго грузится, ностальгия? Интересно, что за Дизастер Сити? Что тут делать? Ну, уничтожать город я понял, но как вообще это реализовано? Шусинг, плейнинг. Я тут один. Что это было? Ой, я здесь не один. Мне страшно, звуки очень страшные. Это хоррор? Ухью. Клеем. У меня есть деньги, походу. А Сири Вэлс, я тут должен что, выживать еще? Мне кажется, невозможно выжить. А, тебе выжить в разрушающемся сити, нафиг. Я думаю, на изи что тут. Это кто? Какой-то чебурек. Что это за желтые точки? А зачем он тут стекло разбил? Не убито, он тоже может разрушать. Понятно. Давай возьму. Ладно. Деньги. Понятно. Творить сутка это анархия. Вау, ты что такое? Что-то этого я ни разу здесь не видел. Да, вообще чуть поиграл, конечно, да, не видел, логично. City Building Simulator. Вот Tiny Town вроде я тоже играл. Ну, вроде эта игра мне очень сильно потом не понравилась, потому что мне там вроде что-то не сохранилось. Потому что у меня сейчас там вообще все не сохранилось, я не знаю. Ничего нет. Понятно. Подожди, что за сбор? А, ясно. Не уверен, что я здесь что-то строил, я вообще играл в эту игру. Но все равно, что знакомо, да дайте мне выйти. Ладно, я хочу в этот Gas Station Simulator. Вроде очень давно играл в эту игру. Хочу еще поиграть. Что за звуки?
Play. В смысле туториал? Squid Game, конечно. Не, я еще в другую игру играл. Да, я в другую игру играл. А что тут делать надо? Подожди. Я хочу даже отсюда выйти. Я вообще в другую игру играл. Это вообще не то. Гастащен тайком. Давай сейчас напишу. Сюда нафиг спешу. Алло. Ладно, придется на грязь нажать. Там была огромная дорога, и по ней машины приезжали, и там еще дофига расстояние, другой тайкун, уже другой челик там. Кстати, а куда я захожу, стой? Нет! Мне опять сам сюда зашел, если я уже нажал. Гастащен тайкон, это вот это то, что я сейчас заходил? Подожди, вот это гастащен симулятор, вот это. Вроде. Блин, все тут такое, почему знакомое? Вот это. Ух, ё-моё, спам. Тут дофига дизлайков. И тут заспамили все нафиг. Может быть это? Я видел бейджик визитор, если мне его сейчас дадут, то вероятно я не заходил в эту игру, вообще не знаю что-то. Музыка я не знаю, знакомая. Блин, я сейчас вспомнил FNAF Tycoon, который я очень давно играл, и я там не понял, что делать, а потом я в один момент зашел, понял, что тут там делать. Так, а где это? Драм-дом после. О, да, это этот. В это я играл. Так. А ты кто? Блин, вот этот вид тайконов, он очень для меня знакомый. Так, мне тебе что надо? Нифига себе. Новости. Так, ты сам? Да. А, и у меня тут тоже стоит. Газпумп, вот это, да стой, Will well. Юдра, нафиг мне эти шняги-то вообще здесь нужны. Ладно. Газолин, сел. Короче, я не знаю, что это сделать, но я нашел ту игру, которую я хотел. Блин, билдинг симулятор. Я чем-то я чувствую билдинг симулятор ностальгия. Что же это музыка вроде. Ладно, короче, всем спасибо за просмотр. Всем пока, вот такое вот видео вышло.